Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Пытаюсь озвучить то, что наснимал. Вот на фоне Дюши, Шуни. И, как всегда, для меня это очень тяжело, поскольку хочется сказать что-нибудь умное или чему-нибудь такому научить, или чего-нибудь посеять доброе и вечное. Но понимая, что у вас своих учителей достаточно, я остановлюсь на том, что поблагодарю вас, ребята, за то, что вы нас смотрите. Подписывайтесь, топите в лайках, комментируйте, помогаете донатами. Это круто. Ну, а мы можем поделиться с вами хорошим настроением. Ну, ребят, что есть, тем и делимся. Удачи вам, дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. Ну. Шуня. Вот так вот, как он сейчас вот. Спускайся, зайка. Шунь. Мявкни что-нибудь. Спасибо. Шуня. Я не знаю, что тебе дать. Сейчас там в этом выставлю. Ну вот и покормили.
Шуня подкрепился. Хрюнь. Там бутылочка стоит. Дюш. Дюша. Там бутылочка. Эй, ты куда, Дюш? Давай. Хрюня, Варочку провожаем. Ты будешь ей свой кошелек подавать, Дюш? Кошелек ты ей сдашь? Хрюнь. Давай, давай, где твой кошелек? В Варочке. Беги. Нет, не доверяешь, ну. Давай, Дюш. Действительно, ой, спасибо. Ты зайка. Ларочка забыла. Ларочки неси, Дюш. Ларочки неси. Ну, надо ему. Ну и куда ты понесешь? Пошли, Дюш. Хрюнь. Давай. Молодец. Ну, зайка, зайка, сейчас. Ты дальше помогай. Дюш, из рук-то не надо вырывать. Ну ты, Дюша. Там мороженое. Ну не подтягивается. Ну иди, иди. Надо творить и сделать салат.